All right, so, and now we will be talking about this serve. Теперь будем говорить о подаче. Сложнее ничего в жизни нет. Это в теннисе сложнейший элемент. Можно посмотреть, есть ошибки у профессионалов. Вот, поэтому о чем говорить. Смотрите, какие главные элементы. Первый элемент, ну, это хватка. Ну, ладно, мы не будем сильно об этом говорить. Вы медленно подбрасываете мяч на прямой руке. Сейчас мы Константина будем об этом просить. Медленно. И он опускается в эту зону. Еще раз прошу смотреть. Я раскачиваюсь медленно. Ну вот, что-то получилось. Еще раз. Медленно. Вот где-то так. Окей. Так, я прошу Константина пока только выполнить тос. It's a toss, подброс мяча на прямой руке, вот. И вот он опускается где-то в этой зоне. Как правило, происходит забор за спину. Смотрим на прямой руке, вниз мяч. Очень хорошо, еще нет. А, смотрите, куда мяч опустился, замечательно. Еще разочек, вниз рука, вверх медленно, чуть-чуть забросил. Нормально, но это вот стандартное явление. И он открыл, замечательно. Окей. Он уже держит ракетку за спину, мы один элемент с ним пропускаем, то есть у него уже за спину ракетка. Медленный подброс, и мы ударяем. Вот так мы смотрим, что получается. Очень хорошо. И замечательно. Мы ударяем. Еще раз. Медленный подброс за спину и ударяем. И еще разочек. Медленный подброс за спину и ударяем. Еще раз показываю. Медленный подброс за спину. Очень-очень-очень трудная штука. Смотрим. Подброс хороший. Замечательно. И я помогаю ему с мячами и буду контролировать подачу. Надо было видеть. Это надо было видеть. Надеюсь, все слышали такое шуршание струнной поверхности. И мяч был резано крученный. Медленно смотрим. Видите, опять все замечательно в корте. Резано крученный мяч такой получается. Только смотреть на мяч. О, боже, все подачи замечательно идут. Вот смотрите, мы начали с этой как бы не сильной подачи, но у нас очень большие возможности для роста. Смотрим. И самое главное, мы выполняем требования. You are as good as tennis as your second serve. Я прошу Константина Евгеньевича перевести. Ты настолько хорош, насколько хороша твоя вторая подача. Вот. То есть нам надо набить вторую подачу, чтобы не было double fault, чтобы не было двойной ошибки.